Всем привет! Мы сейчас приехали на озеро. Я знаю, что вы любите природу, поэтому я вам хочу показать немного красивых видов. Вот прям позади меня находятся пчелы чьи-то, я не знаю чьи. Красивое озеро, которое очень известно в Дании, оно искусственно созданное. Здесь очень дорогие виллы, здесь живут доктора. Я знаю, что у меня уже было видео отсюда, но многие не смотрят все мои видео, поэтому уж очень мне нравится это место и покажу вам его еще раз. Здесь, к сожалению, мусор. Это нормальное, обычное дело. У меня, кстати, новая помада. Купила себе матовую помаду. Она в тюбике была светлая, на губах оказалась очень темная. На мне кимоно из Зара и обычные черные брюки. Пойдемте, я вам покажу озеро поближе. Смотрите, какой огромный кактус, и вот его плоды можно есть, но сейчас они еще не готовы, он цветет. В его плодах очень много-много маленьких косточек, и они на любителя. Мы сейчас потихоньку спускаемся вниз к озеру. Здесь очень много старых домиков, людям очень повезло. Они когда-то получили здесь землю, и теперь эта земля очень дорогая. Видите, много старых обычных мостокилей. Вот обычный старый домик. Вот обычный старый домик. А это дерево Бадемач. Орешки, да. Господи, я не помню, как будет по-русски бадем. В общем, потом посмотрю, вам напишу. Вот еще один старый домик. Мы потихоньку идем вниз. Такой вот маленький кусочек природы посреди большого города. Такое ощущение, что вы находитесь фактически в деревне. Тут целая плантация кактусов. Очень прикольно. Все, идем вниз. Народ пьет чай. Детишки играют на улице. Вот еще старый домик. Если люди вдруг решат продать свою землю, они получат хорошую сумму. Но я думаю, что они не продадут ее, потому что это место очень хорошее. А вот это дерево называется Янидунья. У него такие маленькие желтые плоды. Я даже не знаю, они по вкусу очень необычные, вкусные, сладкие. Сейчас самое время, когда она поспевает. И Янидунья – это новая жизнь в переводе. Вот уже виднеется озеро. Сейчас мы перейдем дорогу и окажемся возле озера. Турки очень любят устраивать пикники в любом неположенном месте. Но это место специально для пикников. Вот сюда вот приезжают люди на выходных. Видите, даже специальные столики. Ставят мангал, жарят мясо и отдыхают. Здесь возле озера очень много маленьких простеньких кафешек, где можно попить чай, поесть быджи-быджи. Это такой лед с сиропом. Чисто аданайское блюдо. Пока никого нет, но к вечеру будет много народу. Здесь, кстати, люди ловят рыбу. Я не знаю, насколько это легально, но я видела здесь огромных сомов, просто гигантских. Здесь еще водятся угри. В общем, здесь много рыбы, здесь достаточно чистая вода в некоторых местах. Но кое-где, конечно, сливают отходы, и купаться здесь не рекомендуется все-таки. Вот этот вот островок называют Американский остров, а вот там остров любви. Не знаю, по какому принципу их называли, но мы сейчас пойдем на Американский остров, вот по этой вот дорожке, и, наверное, там куда-нибудь засядем, попьем чайку. Еще в Дании есть такая народная забава, это запускать змеев. Особенно детки маленькие любят. Видите, эти змеи продаются здесь на каждом шагу, и вот ребята приехали, чтобы запускать змеев. Хотя ребята уже далеко не маленькие. Нашли мы маленькое плавучее местечко, и сейчас пойдем туда пить чай. Было сложно выбрать, потому что их очень много, этих кафешек. Страшно. Блин, все шатается. Ай,
Все, мы пришли. Ребята, здесь так шатает, как будто на корабле. И мне сейчас, мне кажется, укачает. Если у вас проблемы с вестибулярным аппаратом, не ходите в такие кафешки. Но вид очень красивый. Ощущение, что вы просто на море находитесь. Очень классный такой ветерок, прохладный. Поскольку прогода не очень теплая, мы все-таки решили выпить солеп вместо чая. Я очень люблю солеп. Наш солеп, здесь орешки, шоколадки, влажная салфеточка. Приятного нам аппетита! Женится хозяин вот этих вот всех автобусов, Пираколу. Вот и Келернеде. Вот остальные еще не развернулись. Они сейчас развернутся и приедут сюда. Вот они тоже все. Почему же оглохли от их свадьбы, если честно? Мы сейчас идем на свадьбу буквально на 5 минут поздравить молодых, потому что это не наши близкие родственники. Я вам кое-что покажу, возможно. Merhaba. Thank you.
Свадьба закончилась, и мы идем домой по улице Кабаков. Abi mumbar şuradan mı? Efendim? Mumbar şuradan var mı? Yok yok. Şey şöyle işte. Время сейчас 10 часов. И самый подходящий момент поесть суп из требухи. Я себе заказала без требухи, а только с языком. Супчик с язычком, лимончики, тонна хлеба. Прощай, Талия.